Вы на канале DaVinci, с вами Даша Виноградова. Всем привет! Сегодня я покажу, как делать радугу. Но это будет не просто радуга из нескольких цветов, семи, а это будет радуга из трех цветов и грамотного смешивания этих трех цветов с помощью пастомашины, либо скалки обычной. Если нет у вас скалки, я всегда говорю, что ее можно заменить любым продолговатым предметом. Это может быть баллончик от лака для волос или из-под фольги оставшаяся трубочка, вот эта вот картонная. Ну, то есть можно найти выход. Берется три цвета, самые основные три цвета, из которых можно создать уже всю палитру радуги. Это синий, желтый и красный. Я вырезаю вот такие вот не треугольники, а трапеции. И смотрите, что я буду делать дальше. Раскатала я на пастомашине, толщина примерно 2 мм моих пластов. Очень важно, чтобы эти трапеции были одинаковыми по размеру, по ширине. Красный цвет, красную трапецию я разрезаю на две части. Одна из частей будет треугольной с острым углом и один угол 90 градусов. И вторая часть будет четырехугольником. Делайте просто точно так же, как показываю вам я, и у вас все получится. По сути, ничего сложного нет, нужно просто внимательно смотреть. Не обращайте внимания на соринки, которые у меня на глине. Я от них не избавляюсь, потому что это просто мастер-класс. Я ее использовать никуда не буду. Просто хочу показать, как грамотно сделать этот переход. Ну, если у вас есть какие-то ворсинки, загрязнения, конечно же, убирайте их, не оставляйте. Теперь я слаживаю пополам. Заметьте, не от красного начала до красного конца пополам, а вот именно вот так вот пополам. И раскатываю скалкой. Я могу делать это пастомашиной, но просто я сначала хочу показать вам, что это вполне возможно сделать с помощью скалки дома, без пастомашины. Опять раскатываю. Опять складываю. Складывать нужно будет много раз для плавного красивого перехода. Можно брать более светлые оттенки. Я вам в конце видео покажу, что можно сделать с более светлыми оттенками, какие переходы, градиент красивый какой получается. Глина немного прилипает к бумаге, поэтому я ее снимаю лезвием. Она немножко растягивается, вытягивается в разные стороны. Вы можете ее поправлять аккуратно, делать ее более угловатой такой, чтобы не были края слишком закругленные. Вы можете обратить внимание, что между синим и желтым цветом уже образуется вот зеленый оттенок. Он уже, в принципе, виден. Две глины смешиваются. Не очень удобно катать на бумаге. Зеленый цвет уже очень хорошо виден. И вот этот пласт я уже раскатываю на пастомашине. Самый главный, как бы, процесс вы поняли, вы его увидели. И вот как это все получается далее. Мы уже видим хороший переход из красного в оранжевый, в желтый.
в зеленый, голубой, синий, какой там дальше у нас фиолетовый идет. Получается вот такая радуга. Вы используете только 3 цвета, а в итоге получаете все 7 оттенков радуги. Я раскатала пласт на пастомашине тоненько, но далее я покажу, что я хочу сделать, но посоветую все-таки катать еще тоньше. У меня где-то, наверное, в 0,5 миллиметра ширина пласта. Ну, можно катать даже в 0,2. Если хотите сделать то, что дальше сделаю я. И сейчас гармошкой буду складывать этот цвет, этот пласт, вернее, эти все 7 цветов. Получилась такая гармошка цветная. Я ее скатываю в такую небольшую колбаску. Беру черную полимерную глину. Раскатываю на пастомашине до нужного мне размера. Я хочу обернуть свою радугу в черный цвет. Отрезаю излишки, чтобы у меня не было нахлёста, чтобы стык в стык получилась вся глина. Обрезаю лишние края. Заостряю один из краешков. Так как я хочу сделать такое сердечко быстро на скорую руку, как вариант из того, что можно сделать. Потом из такого уже готового градиента можно делать сережки, разные подвесочки. Очень интересный вариант, и очень много у него может быть вариантов использования. У меня будет такое сердечко.
Вот такое сердечко получается. Оно немножечко у меня неровное, но я особо сильно не старалась. Просто как пример хочу вам показать. Вот такой милый цветочек у меня получился. У такой радуги на самом деле очень много назначений, очень много идей можно с ней придумать, поэтому пробуйте. Вот такую розу я делала когда-то давно, просто пробовала делать радугу, делала я ее из нежных пастельных оттенков, голубой, нежно-желтый и бледно-розовый. И вот такой градиент интересный у меня получился, я просто вырезала потом лепестки и сделала эту розочку. Пробуйте, у вас все обязательно получится. Спасибо, что остаетесь со мной. Всем пока!